Добро пожаловать в мир. Она у себя. Пиарщица. Агент по связям с общественностью. Кто-то пытается продать историю об Энтони Хендерсоне. Кто на этот раз? Я не знаю, какая-то соплячка. Это тяжелая работа. Это наш новый стажер Мелоди. Мелоди Ева. Здравствуйте, Ева. О, боже. Она выглядит так, словно ее похитил маньяк и одел в шмотки своей матери. Клиенты могут быть требовательными. У нас с женой не все ладится. У нас не было секса уже полтора года. Это как болезнь. Ничего не могу поделать. Это словно диабет. Может, тебе стоит прекратить совать свой член куда попало? Я думала, у нас приличных. Таких не бывает. Не останавливайся! Продолжай! Я знаю, просто... Если об этом узнают, мне конец. Ты можешь прикрыть эту штуку? Ты вертишь ему меня перед лицом. У них непростой образ жизни. Какая часть тебе непонятна? Откуда мне было знать, что папарацци прячется за гребаным кашкаем моего соседа? У тебя должно быть 8,5 месяцев беременности. Тебе нельзя было выходить без гребаного ребенка. И когда проблемы дают о себе знать? Я и мой парень пытаемся завести ребенка. Но ты на таблетках? Все сложно. Твой. Будь осторожна, приводя его в этот мир. Для них это ужасно. Он увидит тебя настоящим. Это ее работа. Если все сделано правильно, футболист, первый публично заявивший о том, что он гей, сделает миллионы. Это как Том Дейли. Но я не гей! И чё? Устранять их. Как вы сюда попали? Через окно в ванной. Боже, вы люди невероятные. А что ты делаешь? Я мать настоящего ребенка, а ты? Я полагаю, я мать поддельного ребенка. Я думал, плохой рекламы не бывает. Просто поговори с Кевином Спейси, и он тебе поможет. Но есть трудности. Не знаю, есть ли у тебя спонсор, но если хочешь поговорить о своей реабилитации, остальное не важно. Кто же будет решать ее проблемы? Ты солгала. Ты не можешь остаться у нас. Не сейчас. Серьезно, ты собираешься с нами в ночной клуб? Мелоди, встречайся с кем хочешь. Ева просто завидует, потому что у нее нет оперативной памяти. О, точку. Мы — стражи галактики. О, вот оно что. Не проморгайте все. Идите. Пиарщица.